К Дню Святого Валентина от ювелирного салона «Аметист» выбери свое сердце. Ну что же, кто-то жалуется на головную боль, а кто-то на плохие дороги. И таких большинство. Заметенные шоссе и нечищенные дворы. Об этом каждое четвертое обращение на портале «Добродел». На этот факт обратил внимание губернатор области. Андрей Воробьев дал поручение навести порядок на дорогах и тротуарах. А министр дорожного хозяйства предложил усилить контроль за расчисткой за счет системы GPS. Подробности у Елены Плюсниной. Эта зима для дорожников – настоящее испытание. Снега уже выпало больше, чем в предыдущие два сезона. Вместе с сугробами растет и количество жалоб. Только интернет-портал «Добродел» в декабре собрал более 1500 претензий на этот счет. По количеству жалоб со стороны граждан в антирейтинге лидируют такие муниципальные образования, как Балашиха, Солнечногорский, Ногинский, Пушкинский, Раменский районы. Лучшие указаны слева. Клинский район в так называемой «зеленой зоне». Это значит, что к уборке снега подходит ответственно, а на жалобы стараются реагировать оперативно. В городе две организации, отвечающие за чистоту и зимнее содержание дорог. В работе больше 50 единиц снегоуборочной техники и порядка 200 разнорабочих. У нас в доме нормально убирают. А у вас где? Дворники. 88Б. Я считаю, что у нас неплохо. В целом по положительному или отрицательному? Положительно. По-разному бывает. Бывает то нормально. Хорошо, прям идешь, замечательно все убрано, а бывает вообще не пройти. Смотря какие улицы, смотря этот самый, ну какие улицы, какие площади. Внутри дворовые плохо чистят. Ну вот, а так-то вроде дороги чистые. Но есть при этом и свои аутсайдеры. Так, например, не в лучшую сторону отличилась управляющая компания «Олимп». Свою обязанность по содержанию дворовых территорий УК просто игнорирует, поэтому к ней сейчас особое внимание Госсанэпидтехнадзора и муниципалитета. На контроле держат и прилегающие территории объектов торговли. Мы очень жестко следим за вывозом снега. Он не должен складироваться вдоль дорог, у остановок, у торговых объектов. Кстати, особая зона ответственности – это торговые объекты, там, где частный бизнес, где предприниматели недолжным образом относятся к тому, чтобы вовремя были расчищены дорожки и, соответственно, вывезен снег. Поэтому мне очень хотелось бы еще раз обратить внимание, что администрация будет обращать внимание на все буквально дороги, независимо от зоны принадлежности. Добросовестное отношение к работе и тотальный контроль – две составляющие качественного содержания дорог. Об этом заявил сегодня губернатор Андрей Воробьев. Поэтому в ближайшее время в области введут особую систему видеонаблюдения за всей дорожной техникой. Каждый водитель перед выездом на линию должен пройти регистрацию в мобильном приложении. Программа отслеживает маршрут движения и своевременность выезда на линию. А дорожные эксперты делают фотографии качества уборки. Сейчас систему тестируют и обкатывают, но уже с марта мобильное приложение должно заработать по всему Подмосковью. Елена Плюснина, Александр Сидей, Наталья Красавина. Новости дня.